Мы на выставке CPM-2019, и наша очередная гостья Александра. Расскажите, какую компанию вы представляете? Добрый день, меня зовут Александра, я представляю компанию «Альфаори». Я являюсь соучредителем. Мы занимаемся производством женской одежды премиального качества. Используем самые лучшие натуральные итальянские ткани, дорогую фурнитуру. На данный момент мы представляем нашу осеннюю и весеннюю коллекцию на этой выставке. Что носить осенью, весной? Расскажите, поделитесь. Наверное, вы знаете то, что мода циклична, и стоит лишь заглянуть в историю моды, и вы найдете современные тренды. Многие дизайнеры опираются на моду 70-х, 80-х, 90-х годов. Совсем недавно в моду вошли тренчи. Тренч вообще пришел к нам из-за милитари тематики. То есть изначально это было элементом военной формы. И даже лацкан, который на тренч нашивается с одной стороны, он служил защитой данного плаща от вытирания оружием. И мы с моей коллегой, с дизайнером Анной, в этом году решили выпустить коллекцию тренчей. И так как в последнее время на пике является лак, мы сделали очень красивые лаковые модели. Это очень интересно. Александра, сейчас прям пойдем к вам мерить лаковые тренчи. Спасибо и удачи вам сегодня.